Колымская столица готова к выборам президента. Избирательная кампания вышла на завершающий этап. Мобильный избиратель – главная новация выборов 2018. Теперь проголосовать возможно не только по месту регистрации, но и в любом избирательном участке. Правом голоса воспользуются также 150 тысяч россиян, которые находятся на вахте, несут службу на удаленных маяках, метеорологических станциях и других удаленных и труднодоступных участках. В Магаданской области таких 3000 человек. Все вопросы, которые стоят перед органами власти всех уровней в преддверии выборов, они решаются в штатном порядке в соответствии с утвержденными нами планами. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится вплоть до 18 марта. Все будут на своих участках готовы. Изначально на место главы государства претендовали 70 человек. В финальную гонку за пост президента страны вышли 8 кандидатов.